Привет всем, я снова примелочная. Снова забрела, снова, так сказать, попала в примерочную. Негаданно-нежданно, в общем, получилось, что я зашла посмотреть опять платьишки и не могла удержаться, чтобы кое-какие примерить. И нашла одно очень такое красивое, интересное платье. Оно шифоновое, очень красивая расцветка. Ну, оно на меня широковастое, если бы оно вот так вот было мне по талии. Очень красивая расцветка, очень красивая, но большой размер, но я все равно взяла померить, посмотреть хотя бы что и как фасон, потому что меня удивили рукава. Рукава как бы кармашком, вот таким вот шифоновый рукав. Вверху разрез, и он не кармашком, а как бы хомутиком. Сейчас вот так вот, вот таким образом получается хомут, рукав хомут, как бы интересный фасон, интересный, да, очень интересный, но большой размерчик, а цвет очень красивый, такое красивое. Не знаю, что это, роза или не роза, красная, красный цветок. Так, и меряю дальше. Я взяла несколько платьишек для лета. Опять же хочу длинное померить, потому что длинное платье мне очень понравились. И я хочу посмотреть, как еще они будут смотреться. Вот еще одно длинное платье в черном стиле. Очень красивое. Впереди вставка трикотажная. Надо какие-то шлепанцы, наверное, другие. Или, может быть, балеточки. Платье очень красивое. Оно по талии. Мой размер. Я не очень люблю, конечно, эти расцветки змеиные. Здесь расцветка, что-то рисунок такой, змейка. Я не очень люблю эти расцветки, но она в переходе с таким легким рисунком. Платье очень хорошенькое. Стоит оно что-то или 17, или 18 долларов. Вот, а стоила и Мада Юса, Америка, производство Америка. Вот, Мада Юса. Ну, цена там, конечно, побольше, потому что это скидочная цена. Хорошенькое платье, очень хорошенькое. Угу, хорошенько. Так, дальше пошли. Пошли дальше. Решила померить полосочку. Мне полосочка обычно не очень идет. Изредка какие-то, может быть, кофточки пойдут в полосочку. Платье я не знаю. Как будет смотреться платье, поэтому я взяла померить платье в полосочку. Не знаю, как оно будет мне смотреться на мне. Шифоновый низ. Шифоновый низ такой прозрачненький. И немножко большевастая, чуть-чуть большевастая.
Низ мне очень нравится, красивый шифоновый. Немножко ножки просвечиваются. Очень красивая полосочка. В противоположные такие ряды, да? Как бы не вся она в полосочку, но кому-то, может быть, очень даже пойдет это платье, кто любит полосочку. Я вообще-то как-то в полоске, даже не знаю, как-то что-то мне все полосато. Ну, так, в общем-то, платьишко очень красивое. Оно пышненькое здесь внизу, развивается. Очень красиво. Легенькое, очень такое мягенькое, нежненькое. Платьишко очень красивое. Стоит оно что-то там тоже недорого. 12, по-моему, долларов. Так, поехали дальше. По-быстренькому. По-быстренькому. Так, еще нашла тоже как бы полосочка, но не полосочка, а красненькая. Не красненькая, цвет такой коралловый. Сколько она? 18 долларов. Тоже хочу посмотреть, как оно будет смотреться. Эта полосочка такая зигзагом. Конечно, это мой уже размерчик. То, что надо. Впереди вот такие вот складочки. Раз, два, три, четыре, три. Три складочки. Да, размерчик мой. Точь в точь. Сзади тоже складочки. Три. Размерчик мой. Длинное оно в пол. Вот эта вот полосочка мне идет. Да, вот это идет мне полосочка. С этим цветом очень даже идет. Очень-очень-очень, я скажу. Вот это мне понравилось. Однозначно. У меня еще есть шлепанцы такого цвета. Вообще. Красиво очень. Очень красиво. Так, шлепанцы такого же цвета. Очень красивое платье. Вот это платье мне очень понравилось. И мой размер. Прям тютелька в тютельку. Так, поехали дальше. Так, еще одно, тоже летненькое, такое беленькое, зелененьким. Так, готово. Ну, это такое, я скажу так, простенькое. Чересчур простенькое. Чуть-чуть оно у меня длинновастое. Под белые шлепанцы, конечно, подходит. Длинновастенькое. Как-то в талии широкенькое. Такое. Так скажем, никакое. Простенькое, простое такое. Простое, обычное такое какое-то. Не вижу в нем такой какой-то изюминки нету. Что-то надо под него, под это платье, что-то надо добавлять. Мне кажется, надо добавлять бусы какие-то. Бижутерию надо какую-то добавлять, зелененькую или черную, или этого цвета. Это бирюза, что-то такое. Бижутерию надо однозначно сюда. Бижутерию надо. Так, поехали дальше. Так, еще одно. Еще одно такое цветастое.
такое? Это платье мой тоже размер. Оно в обтяжку. По бокам разрез. С двух сторон. С одной. С одной стороны разрез. Платье длина в пол. Немножко. Чуть-чуть длинновастое оно на мне. Ну, это, в принципе, все можно подшить. Это не так сильно страшно. Очень материал легкий. Легкий. Нежный прям. Вот такой немножко тянется, как стрейчевый, но очень нежный. И тоненький-тоненький такой. Неплохой платьишко тоже. Угу. Мне кажется, вырезы большие здесь. Или это фасон такой? Ну, это фасон такой, понятно. Угу. Да, это платье $10. $10. А, да, я забыла сказать, я в Росе. Где я нахожусь? Я в Росе. Если какие платья покупать, я люблю сюда заходить в Рос, покупать платья. Очень большой выбор платьев, очень большой. Это я просто взяла 7 платьев, но настолько большой выбор, какие хотите, разные. Костюмы от вечерних до летних, до сарафанов и до мини и макси. Разные. На все размеры. Очень нежное. Очень-очень-очень нежное платье. Я имею в виду, материя очень нежная. Так, хорошо. Поехали дальше. Сейчас по-быстренькому. Еще одно вот такое. Интересное. Сейчас посмотрим. Мне кажется, оно будет великоватое у меня. Ой, одела. Не так, неправильно. Задом наперед одела. Задом наперед. Я очень сожалею, что у меня в камере нету паузы. Так бы можно было бы экономить время, конечно, с паузой. Еле-еле разобралась с платьем. Даже не пойму. Не поняла даже, как его одевать. Фух. Так. Оказывается, это платье размер мой. Мне показалось, почему-то оно большое на меня. Но это мой размер. Это платье у нас с таким разрезом. Аж по талию. Вот такой вот здесь. Впереди мини, и оно вот такое. Я тоже скажу, что интересное. Вы знаете, я даже не думала, что оно будет как-то интересное. Рукавчик, рукавчик у нас одевается. Сейчас я эту руку, потому что там у меня браслет. Рукавчик у нас, дорогие мои, одевается, оказывается. Такое сложновастое платье, я не сразу разобралась, как его одевать. Вот так, оказывается. Вот. Вот он. Тут, кстати, можно и так носить. А почему бы нет? Можно. Оригинально. Оригинально. Да.
Тоже интересненько такое, оригинальное. Да. Шифон. Конечно, когда идти, то все будет то здесь развиваться, понятное дело. Такое мини-макси. Мини-макси. Хорошенькое. Неплохое. Цвет красивый. Мне нравится. Мне тоже идет такой цвет. И длина моя. Моя длина. Не длинная, сильно и не короткая. Вот как раз то, что надо. Сколько цена, я не знаю. Что-то тоже в этом роде. Ой, не знаю. А ну, сейчас посмотрю, если увижу сзади. По-моему, 12 или 13. Или 14, что-то такое. Вот и все. Вот и все. В общем-то, из этих 7 платьев мне понравилось 3. 3? 4. 4 мне понравилось. Вот это черное, цветное в розочку и коралловое в косую полосочку. Все, дорогие мои. Пока-пока. Приятного просмотра. Будьте красивые, будьте счастливые женщины. Пока-пока.